Ребята, сегодня у нас интересный, очень-очень интересный, что, Полина? Конструктор. Вот так вот. И конструктор необычный, а конструктор животное. И, Полина, у тебя что там? Лисичка! Лисичка! Полина, что-то по лисичкам пошла, да? То кошечки, кошечки. Ты сегодня кошечка или лисичка? Кошечка. Ты сегодня кошечка, ну хорошо. Мяу. Мяу. Классная кошечка. Давай, кошечка, открывай. И будем смотреть и собирать нашу лисичку. Ребята, а эта лисичка необычная. Правда, Полина? Угу. Она реагирует на косточку. И она ходит. Я так поняла, что она ходит, да? Да. Давай будем смотреть быстрее. Нам очень интересно. Оставайтесь на Полининым канале. Смотрите видео до конца. И увидите, как ходит лисичка. И что она делает, да? Косточка. Вау, что такое? Какой интересный конструктор. Смотрите. Ой, все по частям. Оля, мы сейчас будем все собирать. Подождите, надо инструкцию взять, чтобы знать, как собирать. Вау, что какая инструкция. О, огромная. Вау, смотрите, очень понятно. И все понятно рассказано и показано, как собирать. Ух ты, лисичка глазиков нет. А там класс. Что упало? Ой, какие красивые глазки, Полина. Ой, смотри. И любые какие ты ходишь. Ой, смотри, какие фиолетовые красивые радужные. Обалдеть. Ага. Классные. И лапки клеятся тут. Косточки, звездочки интересные. Наклеечки. Да, уже косточку. Поля уже достала косточку. Ты голодная? Класс. А что это такое у нас? А это что? Что это такое? Танк, а, что ли? Какой танк? Поля, ну дай. Танк, а, нет, это вот хвостик, я думаю. Хвостик? И ту пузика, да, он же, смотри, там как моторчик. А, да, он же должен ходить, интересненько. Класс, давайте собираем. А, что-то батарейки ставятся. Да. Поставим батарейки и будем смотреть. А, доположено? Достаем все детальки. Что ты достал? Смотрите, какие ушки! Ух ты, какие красивые лисички на ушке. Класс. Ой. Супер. И лапки. Ой, а ну, Коля, я не могу достать. Я сама достала. Ой! А ну, доставай. Что это? А, лапка, да. Сейчас выскочит еще раз. Лапки, да? Сейчас еще раз выскочит. Классная. А ну, прыг, 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 прыг. Нет, не выскочил. Класс. Зато вот это выскочит. Маша, супер. Ребята, смотрите, мы разложили детальки по всему. Да, у нас каждая деталька отдельно все. Угу. Мелкие детальки. Смотрите, какой носик здесь с язычком. Прелесть. Вот, и каждая деталька у нас, Полечка, что под номером, да. Под своим номером. И мы будем сейчас, вот там внутри вот есть 15-й. А то 16-й похож. Да, будем сейчас все слаживать, обалдеть. И у нас получится красивая лисичка. Лисичка. Так, первая, вторая оделась. А третья где, Поля? Вот третья. Так, третья деталька складывается. Ой, как ракушка. Смотри. Класс. И у нас получилась ножка, лапка такая. Класс. Да. Держи одну лапку. Вторая лапка идет. Пятая, четвертая и шестая деталька. Ищи. Поля, ищи. Пятая. Нашла. Пятая, шестая и четвертая. Четвертую где-то мы видели. Вот четвертая. Так. Какая еще? И шестая. Шестая? Смотрите. Девятая, похоже. Вот тут есть. Вот а, так вот. Шестая. Одеваем. Ой, не в ту сторону. Вот она. И вторая лапка. Да, Поль? Да. Опа, да, как да. Ракушечка слаживается. Вот вторая лапка тебе. Держи. Ха, Поля, какая лисичка прикольненькая. Она лисичка, лисичка. Хихи, носик себе одела. А что красивое. Так, давай дальше слаживай. Ой, смотрите. Лапки. А, это передние, наверное, лапки, да? А это задние. Вот. Так, смотри, теперь у нас показано третье. Это танк. Вот эту часть. Это танк. И мелкие деталечки, смотри там. На вот эту белую. А, вот как. Вот я, правда, на лисичку похожа. Вот так вот оделась миленькая деталька. На лисичку не даже. На лисичку похожа. А Полина лисичка. Я на лисичку тоже похожа. И восьмая деталька. Девочки, мальчики, я на лисичку похожа, да?
Напишите в комментариях, это мозик торчит. Это для лапок, я думаю, Полиночка. Думаешь? Да, я думаю, что да. Ну, такая штучка. И с этой стороны нам тоже нужно я одеть. Лисенка. Или сколько? Блин, я хочу уже наклеечки отклеить. Супер, такие ножки. Угу. Классно. Так, Полиночка, теперь нам нужно соединить туловище. Ты уже включила, что ли? Вот это туловище. Знаешь, это туловище. Вот еще одна туловище. А я пока что смотрю вот на клетки. Вот. Кстати, идем. Круто, интересненько. Ой. Эй, поломало-то все. У мамы все упало, ай-яй-яй. Вот. Что набрать? И так, вот это вот сюда. Есть. Поля, смотри, мы собрали туловище. Ой, ребята, ой. Я думала, вот здесь вот будет хвостик. А тут, оказывается, будет голова у нас, Поля. Ты видишь, передние лапки у нас получаются. И вот тут вот будет сейчас задние. Одеваем задние лапки. Вот такая конструкция интересная у нас получается. Так, задняя лапка одна, то, что мы собрали. И вторая. Получилась вот такая хвостик уже. И лапки. И нам осталась одна голова, Поля, да? Нет. Ну, морда. Ну правильно, голову собрать осталось. Она. Посмотрите, еще, как она будет бегать. Сейчас будем смотреть. Класс, суперская. Кстати, я выбрала, какие у нее будут глазки. Какие ты хочешь глазки? Фиолетовые? Такие. Да, они самые такие красивенькие, мне нравятся, да? Кстати, мне подходит? Мне подходит? Смотрите, какой интересный. Ой! Класс. Прикольно, ну как она будет прыгать? Ну как-то будет сейчас. Она как заяц будет прыгать, похоже. Сейчас мы голову соберем, чтобы она держалась, а тут немножко. И будет интересненько. Приятно. Сейчас посмотрим, как она будет забегать за косточкой. Вот, а вот это вот косточка. Без головы. Давай собирать дальше. А что надо? Собираем? Да. А дальше мы собираем голову, наверное. Вот голова. Вот наш носик, носик, носик. Ой, а как его одевать? Какой ужас. Тут еще голову так попробуй собрать. О, есть. Поля, я сложила голову. Есть. Я захлопнула. Смотрите, какая интересная получается лисичка. Уже нам осталось только ушки. Поля, ты слаживаешь ушки? Вот. Смотрите, какая прелесть. Мы собрали. Да, ну давай, Полина. Что ты ушки? Ушки-то вот тоже не очки. Тут, кстати, все желтое. Оранжево желтое. Давай, одевай. Ушки. Я не умею. Так. Помогите. Давай, давай, сувы там. Видишь, там такая. Это, и это надо одеть сюда. Давай. Ой, они такие классные, прикольные. Сейчас поломаю еще одну. Давай, слаживаем ушки. Тинь. Держи. О, супер. Смотрите, уже лисичка у нас. Остались только глазки. Ой, смотри, она сейчас стоит на задних лапках. Класс. Интересная? Нет, еще не. Она еще не реагирует, потому что мы, Полечка, туда не одели. А, не одели? Нет, конечно, не вставили, не вставили батарейки. Давайте клеить. Итак, глазки нашей лисички. И мы клеим. Мама, чтобы аккуратно было. Ой, аккуратно, да. Уголочек, уголочек. Вау, классно, смотрите, получается. Давай второй глазик, мама, наклей. Супер. А я пока что посмотрю, что наклею. И вот он наш второй глазик. Вот такая красотулечка. Какая она миленькая, прелестненькая. Ой. Класс. Ой, смотрите, лисичка. А как лисички разговаривать, не знаешь? Не знаю. Они как собачки, наверное, или как? Я даже не знаю. Думаю. Кто знает, ребята, как разговаривать лисички? Мявкают. Какие звуки они издают? Пишите в комментариях. Красивая. Красивая, да? Класс, да. Мы ставили батареечки, тут две батареечки. И сейчас будем пробовать, как лисичка реагирует на косточку. Хочет она кушать или нет? Я думаю, да. Да? Давай, а смотри. А тут у меня тарелка. Значит, мы ставим. Подожди, Поля. Мы ее ставим и смотрим. Поля, давай, корми ее. Супер, ребята. Она идет за косточкой. Она по запаху. Ням-нямка. И она начинает бегать. Супер. Она прикольная. Классно. Давай попробуем. Смотрите, косточка. И сейчас мама будет давать ей понюхать. Ой, ой, ой. Давай, давай, иди. Давай, 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 давай. Ложись, эту косточку, она забежит. Супер. Ребята, классный конструктор, прикольненький. Да. Суперская. Представляете, сами собрали вот такую игрушечку. И она несложно собирается, да, Поль? Да. Симпотненькая и очень красивая игрушка. Классная. Это... Питомчик, Полин питомчик. Или не Полин питомчик, это твои куколки питомчик.
Супер. Ребята, кому понравилась моя рисичка и конструкторы. И этот конструктор классный. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на Полечкин каналчик. Паулина Плюс. И всем пока-пока. Пишите много комментариев нам. И не забывайте нажимать на колокольчик. Да. Чтобы не пропустить наши новые серии. Заходите на наш инстаграм. У нас там фоточки симпотненькие. Ставьте нам лайки. Всем пока-пока. Ой, привет, моя любимая питомчик, мой лисичка, привет, мой хороший. Доволь. Супер. О, что ж ты мне на голову прыгаешь? Класс, вот это классный. Смотри, действительно, как питомец ее, да? Она лисичка, и это ее зверь. Вау. Это ее тарелочка. И пошли мы охотиться. Ура! Ура! Давно не виделся, да? Ура, девочка! Ура! Пока-пока, ребята!